Всем привет, меня зовут Ольга, и вы на канале «Связать можно все». И сегодня я с вами немножко повяжу. После болезни я не совсем восстановилась. И пока что перед камерой появляться не могу. Также сразу извиняюсь за свою одышку, которая осталась у меня после болезни еще. И хочу я поговорить насчет марафона, который проходит на YouTube. Организаторами его являются Юлия Елфимова и Ирина «Вот красота». А также основным спонсором является интернет-магазин «Бобин». А также у нас появилось много-много девочек, которые сделают вам замечательные подарки, если вы станете победителями на каждом из 6 этапов. То есть на каждом этапе будет для отдельных спонсоров свои победители, и они подарят вам отдельные подарочки. Также вы получите подарочки и от меня. То есть для меня тоже будут 6 победительниц, которые получат... Я извиняюсь, доченька тут мне помогает. Так вот, мои победительницы получат маркеры для вязания. И я хочу поговорить непосредственно о первом этапе. Для первого этапа Юля и Ира выбрали тему «Женские носочки вязаные». И еще они сузили тему и сказали, что эти носочки должны быть для особых случаев. Какие выбрала я носочки вязать, так как за свою вязальную жизнь я перевязала очень много носочков всевозможных, и мужских, и женских, и пинеточки, и для деток носочки я вязала. Поэтому как бы мне не хотелось просто взять и связать носочки, украсить там какими-то ленточками, бусинами и так далее. Я решила связать носки, которые я не вязала. Чем для меня явились такие носки? Значит, я никогда не вязала хлопковые носки. Поэтому я решила материалом использовать непосредственно хлопок 100%. Я буду использовать российского производства. Один носочек я уже связала, и мне осталось связать второй носочек. Я уже начала вязать второй носочек. Да, Алечка мне здесь помогает. Вот. Так что и вас я призываю, если вы вязали носочки, не останавливайтесь на тех моделях, которые вы уже связали. Марафон необходим нам для того, чтобы мы смогли попробовать связать то, что никогда в жизни не вязали, и посмотреть, как это мы можем сделать. Поэтому, если вы уже готовы и связали свою пару носочков, и она у вас самая обычная, такая, как вы вязали до этого, время есть, еще почти целая неделя, носочки вяжутся буквально за день, за два, поэтому я вас призываю связать то, что вы никогда не вязали. Ну что ж, это все, пожалуй, мысли по поводу первого этапа. Спасибо большое за внимание, до новых встреч, пока!